едем. Залезай в повозку и отчаливаем. Приходилось бывать в Маркарте? Говорят, его гномы построили. Хотя я... В чем дело? Драконы? Все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу. Веди.
тебя прикрою. Я с радостью понесу твою ношу. Тогда пойдем. Я прямо за тобой. Я с радостью понесу твою ношу. Веди. Они его победили, показано? Разве мы не за этим пришли? Терпение, солнце мое. А коверцы никогда не отличались прямотой. Тут сплошные аллегории и мистические символы. Да, да, вот эти завитки, которые идут изо ртов героев нордов, так оковерцы обозначали крик. Но как же узнать, что это за крик? Особенно тесно связанное с драконами и с мимом. То есть они победили Алдуина при помощи крика? Это точно? Несомненно. Они бы не стали так выделять крик, если бы он не был важен. Вспомни, эта стена создавалась специально для будущих клинков. Здесь нет ничего случайного. Значит, нужно искать крик. Тебе доводилось слышать про такие вещи? Про крик, которым можно сбить дракона с неба? Может, и знают. Я не хотела их в это вовлекать, но, кажется, у нас нет другого выбора. Будь их воля, они бы заставили тебя сидеть на своей горе да говорить с небом. Или что они там обычно делают? Седобородые так боятся силы, что не используют ее. Подумай, пытались они остановить гражданскую войну? Пытались бороться с Алдуином? Нет и нет. И они страшатся тебя, твоей силы. Поверь мне, не нужно бояться. Подумай.
Подумай о Тайбере Септиме. Думаешь, он основал бы империю, если бы слушался Седоборода? Хорошо. Седобороды и могут тебя многому научить. Но не дай им сбить тебя с пути, начертанного судьбой. Ты Девакин. И только ты можешь остановить Алдуина. Не забывай об этом. Да уж. Хорошо, что они тебя уже приняли в свою секточку. Вряд ли они помогли бы мне или Эсборну, если бы мы попросили. Мы осмотрим храм Небесной Гавани и поглядим, что еще нам оставили древние клинки. Даже я не могла представить себе более надежного укрытия. Да хранит тебя Талос. Смотри, на третьей панели. Пророчество, которое привело Акаверцев в Тавриэль. Они искали Девакина. Это Акаверцы. Клинки. Видишь, их особые мечи. Вот они преклонили колени, исполнив свою миссию. А последний из дракона рожденных сражается с Алдуином в конце времени. Смотри внимательно, Дельфина. Возможно,
все еще не готов. Но благодаря клинкам у тебя появились вопросы, на которые может ответить только Партурнакс. Он наш вождь. Он превосходит всех нас в мастерстве голоса. Он живет в уединении на самой вершине горы. Он редко говорит с нами и никогда не говорит.
искушению растянуть наш разговор. Дрэм, терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов. По давней традиции, сперва говорит старейший. Слушай мой дум, ощути его костями своими. Борись с ним, если ты Довокин. Покажи себя. Приветствуй меня не по-каджикски, но как дом. А, да. Сорседо Флосмуль. В тебе сильна кровь дракона. Давно мне не доводилось говорить с сородичем. Итак, тебе удалось найти меня. Нелегкая задача для Йо, смертных, даже для тех, в ком течет Довасош, кровь дракона. Чего ты хочешь от меня? Я ждал тебя, Брода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвак со старым Дова. Тебе нужно оружие против Алдуина. Гросис, к несчастью, нет. Он мне неведом и не может быть ведом. Твой род, Йоре, или смертные, создали оружие против дов, драконов. Наш Хадриме, наш ум не может даже постичь этой концепции. Дрэм, всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот ум? Да. Зейма, старший брат, одаренный, жадный и взбалмошный, как это часто бывает с первородными. Но зачем? Почему тебе нужно останавливать Алдуина? Бруза, это тоже причина. Многие с тобой согласны, хотя и не все. Некоторые скажут, что старое должно закончиться, чтобы пришло новое. Возможно, этот мир только яйцо следующей кальпы? Лейн Вокин, ты не дашь родиться новому миру? Честный ответ. Рофус, возможно, ты только противовес силам, которые хотят приблизить конец мира. Даже мы, оседлавшие потоки времени, не можем заглянуть за конец времен. Вот сидит Лос Тарадис. Те, кто пытается приблизить конец, могут его отсрочить. Те, кто хочет отсрочить,
уже довольно долго терпишь мое многословие. Гросис, теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете глоткой мира? Это самая священная гора в Скайриме. Сокрывак Струнма, великая гора мира. Здесь древние языки. Первые смертные мастера голоса вызвали Алдуина на бой и одолели его. И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик драконобой, чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслан. Это был Кел. Древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Слова для таких вещей, которых нет в языке Йоре. Это реликвия, существующая вне времени. Она не существует, но всегда существовала. Рауалан. Это части сотворения. Кель. Древние свитки, как вы их называете, часто использовались для предсказаний. Да, источником твоего пророчества также послужил древний свиток. Но это лишь малая часть их силы. Зофа Сулейк. Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек, исчез навсегда, Нейе. Но я знал, Титпо Аматив, время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Тит Крент, время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидоран, временному разрыву. С древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать драконобой у тех, кто его создал. Что происходило внизу в те долгие годы, что я провел здесь. Скорее всего, ты знаешь больше, чем я. Полагайся на свой инстинкт, Давакин. Твоя кровь покажет тебе путь. Дремьолок, приветствую. Сумар.
Затем внезапно вспышка света. Вдали, у самого горизонта, где облака стоят на страже между мирами. Кажется, сверкали молнии, но гром не гремел. Во сне нарастало ощущение чего-то недоброго, но я никак не мог проснуться. Затем это повторялось вновь, но уже более четко, ближе. И становилось ясно, что это не молния. Свет был оранжевым, ослепительно оранжевым, как огонь в очаге или свет зари. И еще звук, отчетливый и неясный одновременно. Не гром, нечто иное. И меня не покидало ощущение, что я должен узнать этот звук. Но почему-то никак не мог. Я хотел спуститься с высоты, найти укрытие. Сам еще не знаю от чего. И как часто бывает во сне, я не мог убежать. Я мог только стоять и смотреть. И, наконец, приходит осознание, а с ним ужас. Оранжевый свет — это пламя, жар. Звук — это рев, боевой клич на древнем языке. И бежать уже слишком поздно. Дракон совсем рядом, несется на меня. Тьма и огонь, стремительный, как молния. И не просто дракон. Это сам Алдуин, пожиратель мира. Дракон, что поглощает и живых, и мертвых. Потом я просыпался, в надежде, что это всего лишь сон. Но я всегда знал, что это не так. А, вот и ты. Надеюсь, тебе удалось продвинуться в поисках крика, без которого не победить Алдуина. О, правда? Вот это загадка. Такое в простой книжной лавке не найдешь. Дай подумать. Пожалуй, коллеги в Винтерхолде. Какие ни есть знания в Скайриме, все собраны там. Кто-то из тамошних магов может направить тебя по следу этого древнего свитка. Рик. Подвести. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Отличная погода для поездки. Надеюсь, она продержится. Моя работа — служить ярлу, а не развлекать беседы. А ты не приносишь в дом ничего. А что я должен делать? Вступить в коллегию и кичиться тем, какой я был? Переходи мост на свой страх и риск. Путь опасен, а врата не откроются. Тебе не войти. Мой долг — помогать тем, кто ищет мудрости в коллегии. И если мое присутствие поможет отвадить тех, кто хочет причинить нам вред, тем лучше. Более важный вопрос — зачем здесь ты? Возможно. Но что ты хочешь найти внутри? В самом деле, многие из нас годами изучают собранные здесь знания о свитках. Но то, что ты ищешь, не дается легко и может даже погубить человека со слабой волей. Думаю, в коллегии есть то, что ты ищешь. Вопрос в том, что ты можешь предложить коллегии. Внутрь не пускают, кого попало. Претендент должен продемонстрировать определенный уровень владения магией. Небольшой экзамен, с твоего позволения. Нет, ничего подобного. Отлично. Заклятие страха спасло жизнь многим магам-иллюзионистам. Примени его на эту печать на земле. Так ты докажешь свое искусство. Нет? Ну, если ты это сможешь,
Я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Они тоже продают заклинания. Вот. Теперь покажи, как ты его применяешь. Пусть слава Винтерхолда осталась в пути, но коллегия живет. Как бы там ни было, коллегия выстрелила. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. Письмо. Не знаю от кого. Он не назвался. Просто сказал, что он твой друг. Но вроде все. Ладно, мне пора. Такие гости, как мы, редкость в этой части Скайрима. Если есть монеты в кошельке, тебе тут всегда рады. Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Возвращайся к нам снова. Не обижайся, но выглядишь ты паршиво.
все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу. Веди. Наши разведчики принесли какие-нибудь вести об этих драконах? Да, госпожа. В происшествии в Хелгене предположительно был замешан дракон. Он убил нескольких солдат и улетел. Поговори с городской стражей. Нужно подготовить план обороны на случай нападения на Рифтон. Да, госпожа. С вашего позволения, для вас подготовлен особый экипаж. На всякий случай. Хорошо. Если Рифтон падет, будет правильнее, если его глава уцелеет. Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я управитель Ярла Лейлы, Анурель. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Тебе будут рады в Рифтоне, покуда ты соблюдаешь наши законы. Лучшие украшения. Ну, я просто поражен, парень. Я и не думал, что опять тебя увижу. Надежность и отвага. А ты дорогого стоишь. Так, раз уж мы возбудили твой аппетит нашим славным дельцам на рынке, не поможешь мне разобраться с неплательщиками? Они задолжали нам серьезные деньги и решили, что могут не платить. Нужно объяснить им, какая это ошибка. Кирава, берси медовые руки и Хельга. Справишься, и я тебя приму в нашу команду. Честно говоря, долг тут дело десятое. Куда важнее донести до всех, что с нами нужно считаться. Одно предупреждение. Никого из них не убивай. Это недопустимо. Хорошо.
Если нужны подробности о твоих объектах, я буду здесь. Теперь иди. Я буду здесь, когда ты закончишь. Украшение легендарных аргнянских ювелиров. Тебе бы лучше прилечь. Чего ты хочешь? Я ее встретил, когда пришел в Рифтен пару лет назад. По уши в нее влюбился. Я даже собираюсь просить ее руки. По традиции чернотопья я должен преподнести невесте особое обручальное кольцо в знак нашего будущего союза. У меня уже есть золотое кольцо. Но в него нужно вставить 3 безупречных аметиста. Я очень на это надеялся. Но как-то было неудобно тебя об этом просить. Спасибо тебе. Извини, мне надо заняться делами. Хочешь отдохнуть или выпить? Сперва я уже сказала этому клоуну, что ни Септима вам больше не дам. Да посмотри вокруг. Я и так еле свожу концы с концами. Война меня разорит. Давай, покажи, что можешь. Кто тебя драться учит? Не стоило руки сюда выше приходить. Прошу тебя, прекрати! Я заплачу! Возьми! Только быстро! И что тебе нужно? Чего он теперь хочет? Я ему уже объяснила, что из камня крови не выдавишь. Ха! Это мы еще посмотрим. Взять его! Ты так и будешь стоять столбом? Отбивайся! Он так не отвертится! Кто тебя драться учил? Руки выше! Вот, бери свои проклятые деньги и проваливай отсюда. Что-то ты скверно выглядишь. Ты в порядке? О, нет. Ты из ребят Бринильфа, так ведь? О, не надо так делать. Я знаю, зачем ты здесь. Скажи Бринильфу, чтобы больше не волновался. О, смотри, я уже даже приготовил деньги. Вот, возьми.
тебе нужно. До встречи. Держись от проблем подальше, и проблем не будет. Итак, работа сделана, и даже золото уже здесь. И все прошло чисто. Мне это нравится. Прятать трупы и отводить глаза стражи довольно дорого. Отлично. И похоже, теперь я тебе кое-что должен. Вот, думаю, тебе это пригодится. Судя по тому, как тебе удалось разобраться с торговцами, могу сказать, что твой талант доказан на все 100. Нам в команде нужны такие люди. Вот это удаль. Воровство у тебя в крови. Родовой знак опытного вора. Думаю, ты у нас тут далеко пойдешь. Что у тебя на уме? У нас сейчас черная полоса, но ты об этом не беспокойся. Знаешь что? Ты добывай для нас деньги, а я побеспокоюсь об остальном. Годится? Теперь, если больше нет вопросов, иди за мной. Я тебе покажу, о чем мы с тобой толковали. Задавать вопросы. Это сюда. Иди за мной. Многих воров повидал на своем пути, но никого не видел лучше себя. Звать меня Рун. Ага, как Руна. Ты правильно понимаешь. Не отставай, тут недалеко. Прежде чем мы продолжим, я хочу кое-что прояснить. Если ты играешь по правилам, ты становишься богаче. Если нарушаешь правила, теряешь свою долю. Никаких споров и разговоров. Просто делай, что мы скажем, и там скажем. Я ясно выражаюсь? Хорошо. Тогда пора проверить твои умения в деле. Погоди-ка, ты не о Златоцвете, а? Даже малышка Векс не смогла туда пробраться. Ты утверждаешь, что новый рекрут обладает должным талантом. Если так, пусть докажет. Поместье Златоцвет крайне важно для одного из наших крупнейших заказчиков. Однако владелец внезапно решил вести дела сам и отказаться от наших услуг. С
следует преподать ему урок. Бриньольф посвятит тебя так. Мерсер, ты ничего не забыл? А, да. Поскольку Бриньольф уверяет меня, что ты принесешь нам исключительно выгоду, мы принимаем тебя. Добро пожаловать в гильдию воров. Добро пожаловать в семью, парень. Я надеюсь, что ты нам принесешь много денег. Не разочаруй меня. Просто делай, что говорят, и не морай клинок. Убийство денег не приносит. Поговори с Делвином Мэлори и Векс. Они тут в курсе всего и могут подкинуть тебе работу, если будет нужно. Да, и поговори с Танилой во фляге. Она тебе выдаст новые доспехи. Поместье Златоцвет — это пасека. Они там разводят пчел и делают мед. Оно принадлежит одному болтливому лесному эльфу по имени Оренгот. Нужно преподать ему урок, сжечь там три улья и обчистить сейф в доме. Подвох в том, чтобы не сжигать все поместье дотла. Важный клиент, о котором говорил Мерсер, этого не потерпит. Да, меньше всего нам нужно злить своих клиентов. Мавин хочет, чтобы Оренгот остался жив. Но если он будет тебе мешать, можешь его убить. Это все очень важно для гильдии. Не выставляй меня дураком, не облажайся. Береги себя на этом острове. Наемники пленных не берут.
я тебя прикрою. Я с радостью понесу твою ношу. Веди.
полезные наемники. И я не думал, что Марвин или Мерсер мне это спустят, но у меня не было выбора. Я не могу. Тогда можно сразу и горло себе перерезать заодно. Я тебе не верю. Это не ваш метод. Покажи, что ты можешь.